Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К House. Мы играем в Hero Strife AD, карте, где можно отбиваться башнями и героями. Ну, как бы нужно отбиваться башнями и нужно отбиваться героями. Мой герой пошел в лес сразу, впервые я иду за лесника. Что-то у меня подлагивает все вообще нафиг. Алло. Я зависла. А, герой вышел. Так, еще, кстати, куча дерева есть у меня. Да. Так, здесь получается как-то странно. В старой версии ты бьешь крипа, у тебя агрится сразу много крипов. Здесь как-то вообще пофиг. Они не тимплейные какие-то. Мы играем x полтора крипов, а вот-вот они сагрились, и мне как-то больно сразу стало. А кто-нибудь из вас вообще в лесу играет, или только я? Я тоже в лес ушел. Так, я сдох. Ну, типа, получается, наверное, у Димы, что ли, будет больше денег или что? По крайней мере, у нас, типа, раздельные бюджеты. Так, а, ну, кстати, в лес пойти стоит 5 голды, а в лесу я зарабатываю... У меня юниты слабые. Черт. Вы отбиваетесь там, кстати, или не особо? Да хрен его знает, кстати. Ну, с героем где-то отобьемся, а в целом-то так-то не получилось. Ну, я чуть-чуть протек. Я всех отбил. Не чуть-чуть. Блин, так получается, в лес телепортируешься за 5, а потом там получаешь 20, например. Видимо, вдвоем, наверное, лучше стоять на линии. Я в целом почти всех отбил, кстати. Молодец. Что-то у нас все плохо как-то. Инкомить надо еще, инкомить. Да, надо еще инкомить, не забывай. Ай, блин, я, короче, вернулся на линию и тут не похилялся. Короче, ладно, лес отменяется. Я помогаю Диме. Он, наверное, не особо нуждается в моей помощи, но... Что-то у нас проблемы. У меня есть медведь. Так, 47 дерева поменяли, найс. Текст. О, мы первые, что ли, отбились? А, да, кстати, получается, еще из-за того, что я в лесу хожу, я еще и это, еще и дольше мы отбиваемся. Или мы первые отбились? Нет, ну, четвертая команда, значит, вы с пикленером. Бля, как-то можно камеру поднять? Меня прям бесит. Можно, да? Как? Если поднимешь, расскажи. Минус кам написано. Кам. А минус CF мягкий знак не получается? Да. 2000 много. О, кайф. Так, какой-то инком даже дали. Две нормально. Текс. Ну, я что-то чуть-чуть поинкомил. Я не знаю, что сейчас будет у меня получаться или не получаться. А кто знает? Не знаю, никто не знает. Ну, надо побыстрее, короче, отбиваться для того, чтобы получать бонусную голду. Ну, кстати, тут еще, я так понимаю, выгодно строить на островках, которые вот по краям. Ну, там они скорость атаки дают, да. Да. Ну, типа, зато не так много крипы вокруг них ходят. Тут, получается, они вначале проходят, потом еще раз проходят, потом еще раз проходят. Мне кажется, это все равно не компенсирует. Так, ну что, моя нага что-то там убивает. Ну, лес реально получается выгодный для именно каких-то героев, которые прям хороши в лесу. Мой герой, видимо, к таким не относится. Я, кстати, так и не понял, что надо нажать, чтобы точно менялось дерево. Вы как, вот вручную меняете или автообменом? Я вручную. Блин, надо же еще грейдить манарикен, черт. Да, это инком. Блин. Хватит текать-то. Ну я втек где-то на 3. В принципе, нормально. А, блин, тут бандит пришел. Нет, уже не на 3, уже совсем не на 3. Что-то бандит вообще попортил мои планы. Ну, вроде нормально, ладно. У меня раса получается с хаос-атакой, то есть я равномерно более-менее. Я буду всегда плохо отбиваться. О, мы зато первыми прошли, юху. Видимо, надо все-таки сейчас не качать инком, а качнуть Мурлока, наверное. Еще здесь, получается, есть челленджи, как в каких-нибудь Дигимонах, там, я не знаю, Random Farm TD, всякие такие штуки. И самое забавное, что если ты не справишься с челленджем, то у тебя отнимаются не жизни, а инком.
позапрошлый сон, Вадим. Да, да, так я помню, как я в этой, да, в этой карте... По позапрошлой игре как раз было. Потерял инком, расстроился, да. Здесь еще на пятом левеле, я помню, качается с пылы дальше. То есть не на четвертом, а на пятом. У кого сколько грейдов на инком? У меня пятый. Ничего себе, у меня только три. У меня тоже пять. Тоже третий. Как вы там отбиваете? Блин, Дима, дай... А, ну все, ты уже сам ушел. Надо просто так сделать, чтобы я тоже бил. А. Сейчас главное мне туда не попасть. Так, ну ладно, нормально, нормально. Сейчас что-нибудь делаем. Делается грейд. Так, походу у меня не стоит автообмен, что ли. Или... Или не должно быть. Смотри, грейд. На нем должно быть зеленый, написано он. Если написано он, значит он у тебя работает. Не советую тебя выключить. Не делался автообмен. Да нет, Серега, чуть-чуть протупишь и уже как бы все. Я, то есть я стараюсь заранее сделать, но. Ну, как минимум. Ну, то есть, если туплю, то он обменивается. Если не туплю, то. Блин, вообще жопа какая-то. Что-то очень много у меня прошло. Да это не важно же. Не важно? Тут просто за них 3 голды дается, а там-то одна всего. Блин. Давай найдем. Ой, тут что-то мы с Димой куда-то попали. А нас тут это даже убивают немножко. Да когда ты очень быстро воскрешаешься. У нас тут капец. А что их так много пришло? Ну, видимо, ты протек или я протек. Ну, я протек. Я на одного юнита протек. Нифига, блин, у тебя больше грейдов на инком, и ты еще меньше протекаешь. Какой-то имба. Надеюсь, в лейте мой невероятный потенциал раскроется, потому что пока... А? Блин. Надо было бы умирать быстрее, что-то я затупил. Ну да. Ну надо хоть чуть грейды делать, все равно, если я совсем отстану по инкому, будет беда. Сейчас я как-нибудь что-нибудь накоплю. Блин, я танкую хорошо, у меня 10% получить 2 армора. Ничего себе. Навсегда? Нет, нет, да, там на 3 секунды, но типа с уровнем прокачивается. О, мы первый, найс. Да мы тут умерли, мы тут что-то не рассчитали силы. Да мы тоже сдохли. Надо, по-моему, фонтан оставить, чтобы похиляться. А, хотя ты так почти фух. А, Кекс играет моим этим, моим флагом. Лол, можно улучшить следующую волну, тем самым увеличить награду. У меня, по крайней мере, импрувер есть такой. Где он у тебя? В рабочем. Ну знаешь, мне кажется, тебе этого не стоит делать. Нет, мне это определенно не стоит. У меня и так-то все не очень. Ну надо сейчас еще одного мурлока построить. Ну я попробую построить мурлока, не знаю, на кружке. Может он там что-нибудь убьет. А какой у него радиус? Ну-ка. 600 получается. А, от 0 до 45%. Ну не знаю, не знаю. А, ну в принципе под конец волны на кружке строить нормально, чтобы отбивать вот эту волну типа. Блин, я вообще-то бью интересно. Кстати, у тебя как по юнитам? У меня фигово все, я не отбиваю, у меня юниты говно. А, оказывается, юнит с атакой 600 бьет юнитов, которые пробегают здесь на линии, и при этом он еще бьет по квадратику, короче, вообще красавчик. Ну, я все равно не отобьюсь, скорее всего, но тем не менее. Блин, меня тпшнуло. Давай, Дима, чуть подальше стоишь, чтобы нас не тпшило постоянно. Ок, я просто не слежу. Какой-то не слежу. Не слежар, это альтернатив, ты не лежара, блин. Блин, я протекаю, я не знаю, что делать. В смысле? Ну, на линии я протекаю. Наверное, машинкома еще надо сделать. Да. Так, ладно, все. Не, ладно, не делаю грейд. А, я мурлока не достроил. Ну я, блин, Василий. Как... Что это вообще нафиг? В смысле Василий? Я думаю, Вадим. А, да? Ну ладно. Ну я не знаю. Сегодня я Василий. Да блин, ну почему вы не достраиваетесь-то? Ё-моё, ТД-шка 2021 года, блин. Не достраиваются эти Василии, блин. Нифига ты метнул камушек. Ничего не говори, но...
Не, а как так-то, блин, во всех ТДшках же все достраивается. Тут надо следить еще, чтобы Мурлок там руками дошевелил, доколупал, блин. Вообще пипец. Ну надо реально отбиваться, лучше отбиваться, чем получать инком, потому что, ну, потом же ты бы еще юнитов там сможешь посылать с какой-то там волны. Скелетов он шестой волны можно отправить. Я вижу. Это не я пингую. А, да? Да. А что это у вас там? А у нас веселье. Офигеть, у вас жопа какая-то. Ничего не говори. Пиклижар какой-то горижок. Горижок. Это в комментах писали про него. Горижоп. Знаменитый горижоп из комментов. Да-да-да. Так, как бы улучшить свое материальное благосостояние? Непонятно. Так, ладно, качаем вейв, качаем сплэш, хотя сплэш так бомжатски качается. Ты здесь на этого не должен быть нормально, по идее. Хотя... Хотя... Такой чил. Это... Дима, ты что-то не дерешься. Короче, Дима, дерись. Slow aura на 10% на 0.6 секунд. Ну, с тем, кто выходит изредка. Ну, я думаю. С горежогами. Так, ну, не знаю, я, короче, строю чувачков там, где есть аура. Может, это ошибка? Конечно. Может и нет. Ну, то есть, получается, они, если построить на самом углу с радиусом 600, то он бьет даже, когда они идут в центре. То есть, это прям вообще топовая позиция. То есть, мало там осечок, кричи. А. Ну, там, где вот Дриней идет, вообще мне Дриней как-то подзапорол немного малину. Блин, у меня три огра прошло. И краб. А, креветка-краб. Креветка-краб. Креветка-краб бьет дом. Ну, будет бить дом. Ты заранее... Жаль, пока пора. О, пошла, зараза. Ну, мне иди за ней. Или что? Надо первыми отбиться просто. Я тебе медведя оставлю. Окей. Только надо сейчас будет отойти медведям, чтобы рейнджи подошли. А, как бы... Это шоу. Медведь автоматом. Так, все, давай, быстрее. А я на всякий случай вот так сделаю. Ой, не, я сам-то с собой-то не справляюсь. Как хочешь. Блин, я сейчас подгорю. Блин, да еще хиляет этот дрянный вонючий. Еее, мы первые отбились, найс. Так, бля, какие у вас герои? Нага? Рыбзар и Нага. О, неплохие герои. А че Серега молчит, как у него дела вообще? Так что, он на алгоритм там высчитывает. Пойдем. Да. Текс единственный, кто тащит нашу команду, я так. А за дома 1200 кп, лол. Ты меня смущаешь. А в смысле единственный, у вас два человека, типа, и один из них ты. Ну, значит, он вот единственный, кто хочет это делать. Ну, то есть это было понятно, да? Там бандит. Бандит 50 кп снял дому так-то. Не, ну я им комлю как бешеный. Возможно, это когда-нибудь окупится. А сколько у тебя? 83 инком. 83. У меня 52. А грейдов? 1.11. Ну слушай, у меня 65, а я не мега инкомщик тут. Надо тоже креветок врагам посылать, чтобы они вынуждены были отбегать, чтобы мы точно всегда первыми отбивались. Стратегия. Да мы и так, по-моему, самые сильные. Ну да. Ну по инкому я отстаю, вот у меня 66. Ну да разве что от Сереги, который больше кроме инкома ничего не делает. О, ура. Так, получается, надо строить сильных мурлоков вот на стратегических таких точках, которые достреливают и здесь, и вообще везде. То есть надо супер их грейдить, на самом деле. Не строить сейчас новых. Сейчас воздух, кстати, ребят. Ну, вроде я должен отбиться, получается.
Ну, потому что у меня все, все ренжи, соответственно, все бьют по воздуху. Не хватает золота. Не хватает золота. Должен быть бережок нормальный. Бережок? Бережок. Я специально, вот моя любовь к инкому, контролить необычно лень. Но я специально добил гарпию, чтобы сделать грейд на инком. Ой, что-то я не дерусь. Я, короче, статы буду качать. Нафиг, нафиг. У меня, ну, как бы на один спелл у меня будет не хватать манны, а на второй спелл так слабо улучшается, что пипец вообще. Такие истошные крики от этих гарпий. Угу. Ну, кстати, очень много на инкомеле, прям супер много на инкомеле, я из-за этого могу втечь. Угу. Давай, улучшайся, товарищ. Ну, я только на инком, наверное, и втеку. Они как-то слишком сложно пробиваются, типа Атли, например. Так, ну я сейчас сдохну тут? А ты что-то там стоишь, блин? Ну, Василий. Отдыхал я. Звери не ждут. Хотя я сомнительный зверь, хотя я рыбина. Так, а что у меня на линии? Так, кстати, нормально. Сейчас, может, даже краба убью. Давай. О, краб пошел по левой стороне, а я на правой стороне мурлока загрейдил. Вот это прям поворот. Ладно, я побежал за креветкой. Кажется, мы проиграли. Да ладно, Лёш. Кекс не затащил всю команду, что ли? Блин, сейчас к тебе остальные тоже придут. Да, креветка самая большая угроза. За нее еще 10 голды дают. Да, мы проиграли. Не, ну я могу их отвлечь. Креветка сейчас сломает там башню, базу. Все, ГГ. Да лол. Да какие-то гады креветок посылают, я вообще тир один юнитов посылаю, и нормальный. Я тоже послал креветку, но я не ожидал, что кто-то мне креветку отправит. Ты надеялся, что это будет креветочная монополия, что ли, блин? Ого, а вы знаете, что там, где лес, там есть секретный магазин? Да. Летающая птичка. Ну давайте, короче, раз я умер, я вам буду смешные дилеммы задавать, а вы там будете. Да нетки загадывают. Короче. Дилемма. Никогда не видеть солнечного света или никогда не видеть петли жара? Ну, без солнечного света еще как-то можно. Ну, согласен. Петли жар вызывает вопросы. Ну, то есть вы все готовы лишиться солнечного света? Ради петли жара наше солнышко. Не, я за солнечный свет, ничего не знаю. Эх ты, не подыграл. Поэтому он тебя в Counter-Strike не позвал сегодня. Ну, вот нет, как раз таки потому что не позвали, я поэтому... А, нифига, то есть ты готов изменить солнечному свету, если тебя позовут в Counter-Strike, да? Блин, ну это сложный вопрос, это уже сложнее. Я вот тир 1 юнитов посылаю, я чувствую себя максимально добрым. Блин, я чувствую себя максимально протекшим сейчас, судя по всему. Я вот строю этих юнитов, улучшаю юнитов по краям, вроде все делаю правильно. Не, а что, давай нормальную какую-нибудь дилемму, Серега. Ну вот нормальная дела. Сейчас ладно, дальше будет дилемма, короче. Я буду... Никогда не видеть солнечного света и никогда не видеть мастера, да? Ладно, давайте, короче. Называете ребенка Димасик или Димасик называет вашего ребенка? А если он назовет Димасиком его? А ну, прям так по паспорту? Ну да, по паспорту будет называть его Димасик, ну или вы дадите Димасику назвать ребенка. Воля его фантазии. Ну, может, нормальные дилеммы, как бы, Серега, у тебя как бы... Это нормальная дилемма, вам что не нравится? Давайте. О, мы первые прошли, как обычно. Про Тим. Не, а у меня дерево не меняется, ёшкин кот, я задолбался. Так что, вы доверяете Димасику или вы... Заставлю назвать ребенка пиклежаром. Он может сына Шакитариком вашего назвать. Что вы будете делать с этим? Я не расстроюсь. Шакитарик Вадимович. Если твоего я сына будет звать Шакитарик, твою дочь будет звать Шакитарик. Ну, сомнительная тема. Пусть лучше Димасик называет. Димасик еще нормально, а Шакитарик вообще так себе имя, мне кажется. Не в обиду Шакитарику. Дочь Димасик. Ну ладно, короче, давайте следующая дилемма. Это нормальная дилемма.
никогда не гладить собак, либо никогда больше не пить кофе. Ни, то, ни тем, ни другим, никогда кстати, не пить занимаюсь. Кофе. Ну, это я, типа. Я выберу кофе, на всякий случай. Ну, я просто знаю, что Вадим любит собак. Давай, я люблю собак, и мне плевать на кофе, поэтому это какие-то странные. Очень странные дилеммы. Очень, очень простая дилемма. Ладно, хорошо. Давай, Серега, а ты бы что выбрал? Подожди. Я бы, наверное, от кофе отказался, все равно не пью. А. Ну, оригинально дилемма тут звучала... Походу, никто кофе не любит, да? Ну, ладно, оригинально дилемма звучала никогда не пить чай или никогда не гладить котов. А. То есть ты все равно не хочешь, как бы, хочешь переделать дилемму. Не, ну ладно, сейчас будет другая дилемма, более такая, в моем стиле. Короче, вариант А. Что-то про жопы будет. Вот ты как знал просто. Короче, вы пердите без запаха, но очень громко. Я это выбираю. Вы пердите вообще шумно, но жуткий запах. Просто безумный. Я первая. Серега, ты бы выбрал, короче, громко, точнее, тихо, но с запахом, и потом бы говорил, до этого один. Да, так бы. Ты же громко пердишь, очевидно, на запах там стоит. Женя, ты что выбираешь? Вряд ли подставщиков какой-то. Так это ж не указано, что при людях. Да, если честно, наверное... Я бы хотел нормально. Я все еще в ожидании нормальный какой-то. Да, нормальная дилемма, что-то не нравится. Ну тут прямо есть. Стартов. Тут прямо есть над чем призадуматься, так скажем. Ого, кто-то быстрее нас прошел. У нас две команды осталось. Кто бы это мог быть? А, да? А вторая команда кто была еще? Ну, я скепс. Я вам что думаете, дилемма-то начал? А, нас всего шестеро, блин, я думал, у нас больше как-то. Блин, я инком забыл качать. Ну, бас. О, я инком забыл. Блин, ну мы давай на следующую волну им зашлем просто. Да, Серега все со своими дилеммами. Да. Качать инком или пердеть? Серега выбрал. Я пердеть, очевидно, пошел. Ладно, хорошо, будет другая дилемма, ладно. У вас нет потребности ходить в туалет или нет потребности спать? Серега, я бы никогда не спал. Не, ну в смысле, не спать это очень прикольно, потому что у тебя сразу же плюс треть времени. Ну вы все равно как бы устаете, но вы при этом не спите. Я тогда туалет выбираю. Ну в смысле, да, не ходить в туалет. Туалет тоже, наверное, лучше пойдем. Видишь, у кого этот... Ведь Вадим... А то знаешь, прижмет иногда в какой-нибудь неудобной ситуации. Так не, ну в смысле, не спать, это же вообще не спать, или что? Не, в смысле, не ходить в туалет, значит, у вас нет потребности, ну типа, вот вы не хотите какать вообще, там, не писать. Просто не хотите. А, типа, да, не хотим, я понял, да, но не спать, это же получается вообще, опять-таки, не спать. Ну, ты экономишь значительно больше времени. Но при этом ты все равно устаешь. Ну, то есть, там, вместо того, чтобы спать, ты просто лежишь, там, я не знаю, книгу читаешь. Так нет, нет потребности спать, это значит, что ты регенерируешься без сна, наверное. Ну да, но ты все равно устаешь. А как бы ты тогда восстанавливался? Ну ты лежишь там, фигня какой-нибудь занимаешься. А, то есть тебе все равно надо лежать, равно... тогда смысл разницы. Не, ну во сне же типа упорядочиваются мысли. О, я трех креветок послал, Димасик, давай их защим. Ой, сдох. А че так много пришло народу? Ну давайте, ладно. Еще какую-нибудь дилемму загадаю. Вы бы сразились... с лошадью размером с утку или... Кого? Нет, стоп, подожди, я сейчас не то сказал. Нет, короче, первый вариант, вы сражаетесь. С уткой, это интересно. Давай. Или с курицей размером с пекляжара. Короче, с табуном лошадь... Боже, я забыл, короче, да. Табун лошадей размером с утку? Табун лошадей размером с утку или... одна утка размером с лошадь. В смысле, табун лошадей размером с утку, это как? Маленькие лошадки такие, очень маленькие. Либо... Весь табун размером с утку или каждая лошадь в табуне размером с утку? Каждая лошадь как уточка. Понял. Либо одна гигантская утка как лошадь. Как бы с кем бы вы сразились? Ну, блин, логично. Ну, лучше мелких пинать. Ну, что-то Димасик. Не, ну мне кажется, что да, ну как бы зависит от агрессивности. Лошадь очень пугливая. Утка, наверное, менее пугливая, но тоже пугливая.
Утки же вообще бешеные, не? Нет, наверное, утка, как бы утка-лошадь опаснее. Ну, много маленьких, всегда можно там, типа, забежать за угол, они разделятся, типа. По одному там, да, в укромное место зашел, по одной выпинываешь просто. Не, видишь, у утки размер... Мне кажется, ваш кот не туда понесло, ребят. Не думаете? Нормально, в смысле? Мы только что перестали говорить про пердеж, мне кажется, это оптимальная тема. Перестали, а где? Как перестали, подожди. Ну, а утка, в смысле, утка, это же не пердеж. Я, кстати, нормально начал отбиваться вроде как, или что, или я сглазил. Хотя это боссы сейчас. Звучит как слоган, на самом деле. Блин, ну я уже плюсики не могу качать, ё-моё. Ладно, давайте еще дилемма. Ты 15 раз плюсики вкачал? Нифига. Давай, Серега, ты загуглишь что-то. Я понимаю, что ты пытаешься как-то своей фантазией... Нет, это дилемма, которую мы придумывали на прошлых посиделках, и я просто их озвучиваю. Это все, что родилось в моей голове. У вас компания только про пердёж-то и говорит, в принципе. Моей компании все нравилось. Вот вам не, но поэтому вот я с вами не играю в Warcraft. Мало про пердеж говорим, нормально, да. Не, ну боссы сильные, да, боссы меня покарают. Ну или можем обсуждать, с кем бы вы хотели переспать из конфы. Давайте вариант выбрать. Это при том, что Света ливнула. Давайте, погодите, вы можете переспать с песком или с пеклежаром, вы выбираете. Ну, мы же проходили тест на имя будущего парня, и у меня был Алексей. Что-то плохо все вообще так-то. А что ящериц так мало выбежало, я не понял. Ну, в смысле, поумирали, очевидно. Так не, у меня скилл это, без мастера. А я поменялся ХП с пеклежаром. Ну там, типа, нас убивали, потанчи, потанчи. Я скелета вызвал, короче. Нет. О, скелеты иди убивают. Блин, Вадим, нас креветки, оказывается, убивают. Лол. Нас в целом убили. Ну пипец, бойцы, блин, а. Только Серега перестал про пердеж говорить, вы проиграли, пипец. Решили свои, как Самсон, волос. Я поменялся ХП с пеклежаром, но правда, блин, к тому моменту, пока я поменялся, его уже надамажили, и особо как-то разницы не было. Не, ну в целом прикольная карта, но здесь всегда внезапно игры очень заканчиваются, и как-то непонятно. Ну, с другой стороны, играть по 2 часа тоже как бы не камильфо. Ну. Так что и нормально вроде бы. Не, нормально поиграли, да, но просто не раскрыта тема вызванных юнитов. Я вот, почему-то у меня все время было супер сложно, вот как я начал на островках строиться, сразу стало лучше. Вот если мы будем ромыкашить, я могу за эту же расу сыграть значительно лучше, потому что я знаю, где надо строиться. Спасибо, что посмотрели видео до конца. У нас мало времени, срочно ставь лайк!